Всем привет, ребят. Ну, блин, накипело. Все связано с игрой Warface. Но это жесть какая-то. Что же нам обещает дядюшка Хаймзон? Давайте немного порассуждаем и посмотрим, что в итоге получается. Игра с 2012 В года. рамках этого выпуска я хотел бы анонсировать, наверное, одно из самых ожидаемых нововведений, о котором в Warface говорят уже более года. Мы наконец-то закончили имплементацию нашего нового сетевого кода. То есть он говорит, слухи уже больше одного года, дефрагментацию там хуяцию, что-то, блядь, сетевого кода. Сука, игре 8 лет! И что же мы получили? Новую систему, блядь, передвижения. Ой, как он, блядь, передвигается. Ёбаные рога, блядь. Молодцы, ребята. Шикарно. Ребята, как я уже упомянул, работали над этим достаточно давно. Это была отдельно выделенная команда, которая занималась только этим и больше ничем другим. Исходя из тех внутренних тестов, которые мы здесь проводили, мы приглашали киберспортсменов, мы тестировали все известные нам кейсы с запрыгиваниями на контейнеры, с перебеганиями по тонким дощечкам. Запрыгиванием на пункте назначения в окно второго этажа. Этот человек просидел на перилах балкона около полутора часов и все это время грозился свести счеты с жизнью. Ребят, ну со стороны мне кажется, что Mail.ru именно вот этим вот и занималась, то, что вот сейчас вот было показано в этих роликах. Ну, блин, другого объяснения нет. Далее, то есть все те места, где персонажи телепортят, и исходя из наших внутренних плейтестов, все эти проблемы должны пропасть. Ура! Хаймзон сказал, что больше проблем не будет, телепортов не будет. Ахалай, махалай, оп! Исчез! А куда он делся? Уважаемые админы, что с моим компьютером? А да у вас интернет хуёвый, мы не знаем, что там с вашим. В общем, идите в жопу, вот так вот. Мы заняты разработкой донатов. Вы же, конечно, хотите наебать, мы для вас готовим новую пушку. Бля, его кидай, колбасик, пиздец, как в него попасть-то? И где он дёргается, со спектаклем, ёпта. Как он пошел? Вот. Это же вообще пиздец. Ребят, просто посмотрите, вот как они бегают, как они телепортируются. Вот такими рывками и даже тиммейты также бегают. Точное местонахождение бойца вообще не угадает. Обратите внимание, как они бегут направо. Оп, но на самом деле они вообще в ту сторону не бежали. Вот такую хуйню нам и показывает, блядь, компьютер, либо сервер, кто из них больше Расскажу пиздит. Расскажу вкратце, как работала предыдущая система передвижения игрока. Я видел пиздобола вблизи. Вектор движения. Он такое мне начал плести, причем еще так убедительно, притуплял мою бдительность, навязывая свою действительность. Я подумал такой, удивительно, живой пиздобол вблизи, улыбается, лебезит, потрох сучий. Я думаю, суть ролика понятна, это в основном был сарказм. Ребят, и пока мы донатим денежку, и пока мы играем в эту игру, нас будут пичкать говном. Вот запомните, то есть игроки есть, бабки есть, значит проблем нет. И будут поджигать наши пердаки. Ладно, ребят, пишите комментарии, кто о чем думает, не стесняйтесь. Самое главное, друг друга не оскорбляйте. Всем удачи, всем пока.